Бесценное сокровище Севера – это люди. Таков девиз Ломоносовской ассамблеи, которая прошла в Архангельске. Это итоговое мероприятие года, где вспомнили яркие события 2019-го и чествовали северян, чей вклад в развитие родного края несоизмеримо велик. На вручении главной общественной премии «Достояние Севера» побывала Наталья Пулина. «Твои люди, Север» – чествование неутомимых жителей региона, которые практически всю жизнь положили на развитие родного края, добрая традиция Ломоносовской ассамблеи. Но прежде чем вручить главную общественную награду «Достояние Севера», на сцене Архангельского театра драмы вспомнили известных земляков. Ученый Михаил Ломоносов, капитан Николай Воронин, писатели Борис Шергин и Федор Абрамов, академик Николай Лаверов, актер Сергей Плотников. «Театр – вся моя жизнь», – так он говорил. Образы, созданные мною, как дети мои. Почетного гражданина города Архангельска Сергея Николаевича Плотникова неоднократно звали в столичные театры, но он остался верен любимому городу. Верность своему делу и краю – так можно сказать и о сегодняшних лауреатах. Одним из лучших предприятий непроизводственной сферы признан Архангельский молодежный театр. Мой театр знает, что он делает. Обычно принято говорить, что спасибо папе, спасибо маме там и так далее, и так далее. Дело все в том, что мы уже давно достояние Севера. 27 стран мира, где звучало слово «Архангельск-Север». Архангельск-Север. 4 выпуска театрального института. Эту награду молодежный театр разделил с областным институтом открытого образования. Среди производственных предприятий отмечен коллектив Северного производственного объединения «Арктика». Особые успехи в сфере сельского хозяйства показало предприятие «Пежма» Вельского района. Золотой нагрудный знак «Достояние Севера» получили 10 лауреатов. Среди них Сергей Баканов, врач-ортопед, которым одним из первых в Архангельской области внедрил более 50 новых методик, в том числе метод Елизарова и эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Я хочу сказать только одно. Мы все стоим на плечах гигантов. И эту высокую награду я хочу по праву разделить со своими учителями, многих которых сейчас нет, это хирурги и травматологи, ортопеды Архангельской области. Вспомним их всех хотя бы в душе и, конечно, со своими коллегами. Я всех люблю. Достоянием Севера признаны и заслуженный врач Татьяна Подьякова, председатель рыболовецкого колхоза «Север» Марина Селиверстова, мастер-берестянщик Александр Шутихин, краевед Анатолий Новиков, советник ректора САФУ Альберт Сметанин. Всего на премию заявилось 45 претендентов из 17 муниципальных образований региона. Жюри выбрало лучших. Мы постарались эту работу сделать честно и справедливо. И нам показалось, что мы это сделали. И сегодня на сцене, вы видите, сидят те достойные, кто получил эту награду. Но их гораздо больше было. И каждый достояние своей деревни, поселка, района, города. Вы ведете за собой людей и меняете мир к лучшему, реализуя социально значимые инициативы. Поэтому есть предложение к оргкомитету региональной общественной награды «Достояние Севера» вести еще одну номинацию конкурса за вклад в развитие гражданского общества. Завершилась церемония не менее красиво – концертом Центрального образцового оркестра имени Римского-Корсакова ВМФ России. Наталья Пулина, Регион 29.